Экстрасистелист Сергей Зверев обратился в ЕСПЧ. Поводом стал штраф, который он получил за одиночный пикет на Красной площади. В начале марта Зверев стоял у Кремля с плакатом против строительства завода на Байкале, на его малой родине, в иркутском поселке Култук. Суд посчитал, что стилист нарушил закон о митингах и пикетах, запрещающий проводить акции рядом с резиденцией президента, который считается Кремль. Весной звезду шоу-бизнеса оштрафовали на 15 тысяч рублей. По словам адвоката Зверева Екатерины Селезнева, в судебном процессе в Москве были допущены нарушения, которые регулируются Европейской конвенцией, поэтому они обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Судьи решили, что он, выйдя на Красную площадь, хотя территория ее никак не обозначена, с пикетом, он нарушил федеральный закон. Мы так не считаем. Во-первых, у нас не было справедливого суда, поэтому мы указываем этой жалобе в ЕСПЧ, нарушена часть 6 конвенции. Также мы считаем, что нарушено право на свободу собраний и право на свободу выражения мнений. Это статья 10 и 11 конвенции. Собственно, также мы подали иск в российские суды административные. Мы оспариваем предостережение, которое было вынесено Сергею Звереву о том, что его могут поставить на профилактический учет. Екатерина Селезнева, представитель Зверева, объясняет, что в законе о митингах запрет на акцию резиденции представителя власти прописан нечетко. Там говорится, что нельзя проводить мероприятия рядом с ними, но не уточняется, на каком именно расстоянии. В марте, стоя на Красной площади в золотой короне и такой же куртке, Зверев держал плакат против строительства завода на Байкале. Речь о китайском предприятии по розливу воды, которое начали строить на берегу уникального озера в начале года. Сразу после акции у Кремля суд признал незаконным разрешение на строительство завода.